Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, продолжаем играть в игру Fallout Shelter. Забираем здесь все. Так, отлично, вода, электричество, еда. Смотрите, охламон стоит, а? Как будто я его не вижу. Спасибо тебе за 340 крышек. Они мне сейчас очень как раз и пригодятся. Так, ну что, ребята, у нас здесь наши ребятушки дошли до своего задания. Помните, мы отправляли в прошлой серии. И сейчас мы будем проходить, добыть сведения в убежище 333. Так, ну что, Жериха, как вы помните, это наш эпический герой, легендарный, я бы так сказал. Ну и что у нас тут? О боже, это была настоящая бойня, кровавый кошмар. Пока вы сражались с Фрэнком Танком, на нас напала его сестра. Смотритель Потель мертв, и мы тоже умрем, если вы ее не остановите. Убейте Регину Рейдж. Ага, вот значит они что нам предлагают. Убить сестру того злобного рейдера танка. Давайте. А что, она здесь будет? Или нет? Сейчас мы это увидим. Так, ну здесь походу дела обычные рейдеры. Мы с ними, как всегда, легко и просто расправимся. Хотя их здесь что-то слишком много. Аж 5 рейдеров на нас на троих. А мои-то ребята здесь не особо хорошо вооружены и не особо хорошо одеты. Вы сами это прекрасно видите. Но я думаю, что все-таки должны мы с ними справиться. Ну что ты тут бегаешь, бородач? Сейчас ты у меня из винтовки-то и получишь. Ага, все, выкусил свое, теперь валяйся. Ну, осталась всего одна девушка, все. Подбили их, лутаем. Ого, человечество действительно все испортило, говорит один из моих жителей. О, две квантовые колы. Ну, а теперь и Региночка, вот она где. Ну, что ты на это скажешь, радость ты моя. Это вы убили моего брата? Ну, со мной вам не справиться. А вот это ты, конечно, зря ляпнула. Дуреха ты непутевая. В общем, придется тебя тут и положить. Как говорится, справились с братом, ну а с тобой и подавно. Даже не спасет то, что вас тут очень много. Хе-хе. Сейчас мы залпик-то в нее дадим, и она отдуплится, поверьте мне. Жалко, что костюмчик я не могу у нее забрать, а так хочется, блин, уж больно мне нравится. Еще главное, на костюме нарисовано такое ощущение, что мишень, которая так вопиюще просит, стреляйте мне в грудь и не промахнитесь. Специально, короче, для снайпера. Ладно, осталось их тут всего двое. Давайте-ка вот так вот, наверное, сделаем. Ну, это уже готово. И последняя барышня у нас. Ты смотри-ка, крепенькая оказалась. Выжила. Все, ребятушки, лутаем здесь и сматываемся к себе в убежище со спокойной душой. Один за всех и все за одного. Последний лут мы, короче, с вами забрали. Даже лопату здесь нашли. Добыть сведения мы добыли, поэтому убегаем отсюда. Ну, а тех жителей могу поздравить, что пускай спокойно себе доживают этот век, больше их никто не потревожит. Так, ну что, добегаем к себе до хаты, естественно, здесь все собираем. И, наверное, нет, что-то неохота мне начинать это мгновенно. Хотя, ребята, 10 ядер колы просят они. Фиг с ним, пускай пока так, наверное, тусуются, а может быть, я все-таки и надумаю добежать по-быренькому. Хотя, вряд ли. Так, ну, вроде бы, как здесь у нас и собирать-то вроде бы нечего. Все спокойненько тут гуляют, даже, я смотрю, вон, девчонка у нас с песиком ходит, без дела почему-то. Хотя должна чем-то заниматься полезным для нашего, так сказать, маленького пока еще общества. Наше общество состоит из 34 человек. Ну, мы только на стадии развития, поэтому все у нас, ребятушки, будет впереди. Так, давай-ка вот сюда мы поставим этого робота, потому что на тех комнатах, где он сейчас лазит, ничего абсолютно собирать ему нечего. Так, а мы глянем какое-нибудь еще с вами очередное задание и отправим опять бригадушку покорять пустошь. Так, у нас тут сигнал не заглушить, буквально 7 часов, буквально главное, а? Так, по горячим следам 4 часа 20 минут, прокладывая путь. 6 часов 40 минут. Поддержите огнем солдат на заводе автодеталей. Играйте, чтобы выиграть. Блин. А, ну это у нас 6 ядер колы, они понятны. Давайте-ка вот это, ребята, выберем с вами задание. О, нет, нет, к сожалению, у нас не получится его взять, потому что не все у нас обладают
таким высоким уровнем. Ну, давайте вот здесь тогда, по горячим следам. О, и это тоже не подойдет. Да что ж такое-то? Ребята, ну я не ожидал, что у меня такие все слабенькие. Даже 13 уровня нету, только один персонаж. Те-то понятно, хаи, они уже там давным-давно в пустоши. Их уже ничем не пробить, они, так сказать, закаленный народ. Ну, а здесь-то, конечно, все очень и очень жиденько. Блин. И, к сожалению, уровень-то у них растет очень и очень медленно. Ну, смотрите, ну что это? Ну, 4 и 8. Ну, смех на палке, ну, серьезно. Так, значит, у нас выбор только лишь один, ребята. Брать слабо, так сказать, слабенькие задания. Ну, у нас тут 13, 20, 15, 20. Ага, вот есть уровень 5. Так, здесь 12, 16 и 5. Ага, сигнал не заглушить. Ну, хорошо, давайте тогда возьмем его и будем набирать народ. Так, кого мы в тот раз брали? Ну, если не ошибаюсь, то должна быть Кинг. Можно, в принципе, ее взять. Она у нас с собакой, да? Ага, вот она, Виктория Кинг. У нее перерыв. И еще Хана. Ну, броня, я так понимаю, у нас лучше не имеется для нее, поэтому так и оставим. Хотя, наверное, мы заменим ее. Да, давайте-ка мы сейчас с вами возьмем... Кого взять-то лучше, а? Надо взять... Вот, Бартона возьмем, он с собакой. Только оружие бы сменить, конечно, но, я так понимаю, лучшего нету. Блин, придется с такой пукалкой бежать. Ну, а что делать, ребят, ничего не поделаешь. И третий персонаж, это будет... Я не вижу этого, нашего черномазого-то. Где он там? Жерих-то. Ладно, пускай будет Крэфорд. Фрэнсис. Так, подожди-ка, где тут у нас появился незнакомец, ребята? Где этот незнакомец? Гаденыш опять где-то ныкается, а? Блин, пока тут каждую комнатку просмотришь и... А, вот он. Ха-ха. 1700 крыжик дал. Хорошо, ребята. Ну, а наши персонажи, как вы видите, отправились на задание. Все. Нам только остается выжидать время, когда они добегут. Я не буду тратить бутылки ядерные. Как-нибудь так добегут. Мы уже в следующей серии, думаю, как раз уже продолжим с вами на том месте, куда они уже прибегут. Ну, а мы тем временем давайте займемся нашим убежищем. Так, это у нас улучшено все полностью. Что за уровень? 11. Хорошо. Так, склад. 4500. Пока таких у нас нету ресурсов, чтобы сделать. Так, у тебя какой-то тоже 11 уровень. Ну ладно, бог с ним. Потихоньку, короче, они растут. До 20 уровня нужно как минимум поднять с 10 человек. А вот это вот улучшим. Столовочку нам обязательно надо, она нам пригодится. И еще, я думаю, нам нужно увеличить станцию водоснабжения. 1500 крыжек. Все, осталось 1600. Ну, это еще, в принципе, нормально. Хотя крыжек маловато и добываются они очень-очень плохо. Здесь у нас все улучшено по максимуму. Что мы можем еще с вами сделать? Так, жрачка собралась уже. Робот, ты задолбал там, нифига не собираешь, а? Летает там, видите ли он. Ну ладно тебе, еще и тараканы, да? А нет, смотрите-ка. Крысы уже пожаловали. Ого, робот-помощник летит. Ну, давай, жарь их. Своей пилой. Собрать 2400 единиц энергии. В принципе, уже осталось совсем немножко, и мы дособираем. Угу, робот-помощник помогает потихоньку. Ну, он намного живучий, чем почему-то мой персонаж. Который практически уже был на исходе. Половина хп у него отняли. Так, водичка у нас здесь. Ну что, нам в принципе пока делать нечего, ребятушки. У нас людишки отправлены на задание. Времени нам там очень долго отведено, пока они добегут. Колу, как я сказал, тратить не буду. Поэтому остается только лишь переносить это все на следующую серию. А там уже продолжать. Так, погоди-ка, хламот. Ты куда у меня побежал? Эй, я просто хотел... Сдвинуть маленько камеру, просто ты попал в этот момент под мышку мне. Надеюсь, ребята поняли, под какую мышку он попал. Не под мою, а под компьютерную. Ну что, склад у нас, в принципе, еще живет. Еще есть местечко. Хлама. Хлама очень много. Так что давайте продавать все. Эти увеличительные стекла, которые нам нафиг не нужны. Игрушечные машинки. Так, вот это. Да подожди, все надо продавать. Почему по одной-то?
Так, все, и остается у нас только лишь синее и... Ага, вот это тоже продаем. Синее и... Как оно называется? Редкое и легендарный хлам. Все, пока больше сделать здесь ничего не могу, ребят. Только остается ждать. Ну, ждать-то будем недолго, потому что я, как обычно, все это соединю. И у нас получится нормальная серия. Ну ладно, ребятушки, так что далеко не отходите. Сейчас мы все это продолжим дело. Ну, а вот и я. Рад вас всех видеть. Давно не виделись. Продолжаем играть в Fallout Shelter. Забираем, естественно, все, что здесь накопилось. Я не понимаю, почему мои роботы просто так летают там и ничего не собирают. Вот это другой разговор. Так. Замечательно. Растут помаленьку. А это нам только в плюс. Ну-ка, давайте посмотрим. Начинаем задание. Хорошо, что они уже успели прибежать к этому времени. Так что и я не потратил колу. Вот что плюс. Найти источник сигнала. Ну, давай, будем искать источник сигнала. Только сигнала чего? Кто-то нас якобы там вызывал, да? И мы откликнулись на помощь. Опа-на, и кто нас поджидает? Тараканы. Ну, это вата ватой, поэтому быстренько сейчас их разберем. Оружие, конечно, мне, если честно говоря, очень и очень не нравится. Будет возможность, надо будет сразу же его заменить. Это, как говорят, фуфло. Ну, с этими архарсами мы справились, тараканчики. Это для нас не помеха. Лутаем здесь все, что есть. Так. Поворачивать не надо, это правильный путь. А тебе-то откуда знать, правильный это путь или нет? Знаю только я, да и то не совсем. Потому что идем вслепую. Опять тараканы? Да, опять они самые. Ладно, по-быстренькому их сейчас вырубаем. Еще два осталось. Слушайте, вот эта собачка-то неплохая, да? Похожа на лаечку чем-то. Давайте, наверное... Стоит, не стоит. Нет, наверное, не будем мы менять. Потому что потом, когда придем на свою базу, я забуду, где она у нас стояла. А так я знаю, что она была у нас в столовке. Так, здесь у нас чисто. Поднимаемся с вами на лифте. Тут еще у нас два этажа, по ходу дела. Ну, если здесь везде будут одни тараканы, мы пробежим с вами это все по-быстренькому. Так, все, готовы. Лутаем. И таракан. О, курточку еще дали одну. На Ашечку. Она нам пригодится. Хотя этих курток у нас будет столько еще. Здесь так легко заблудиться. Ты же недавно говорила, что знаешь путь, что мы идем все правильно, а теперь ты поешь, что здесь так легко заблудиться. Ты уж определись, радость ты моя. И поднимаемся выше. Да, ребята? О, тут еще очень много этажей, оказывается. Ага, я тут губишки раскатил. Так, опять таракашки? Ну, хоть хорошо, что тараканы. Они быстро разбираются, и поэтому мы сейчас быстренько здесь все это проверим и просмотрим. Здесь все идет в дело. Ну, это точно. Поменять нам опять пока еще не на что. Оружие не особо хорошее, хотя вот тут обрез есть 6-7. Хоть на одну единичку урона больше, но уже, как говорится, урон повышается. Она, чем выше урон, тем лучше, тем быстрее, как говорится, мы будем здесь справляться с врагами. Куртяшечку достали. Дальше бежим. Я не знаю, давайте, наверное, так сделаем. Хотя, подождите, давайте пройдем по... Ну чё вы, елки, ага, все, вернулись. Пройдем с вами нижний этаж весь. Не будем мы прыгать туда-сюда, потом заблудимся, оббегать еще придется. Пойдем, как оно есть. Оу, детка! Уровень получила. Какой ты у меня уровень-то получила, интересно? Наверное, 11-й. Или 12-й. Так, давайте здесь пробежимся. Короче, в каждой комнате, я так понимаю, будут тараканы. 11-й уровень, я так и думал. Ага, винтовку мы с вами получили. Ну, я больше чем уверен, винтовка это ерунда. А это еще кто такой? Ты знаешь, сколько времени у меня ушло на подготовку? Откуда мне знать? Еще немного, и в моем распоряжении была бы армия рат-тараканов. Я за тебя очень рад. А из-за тебя у меня ничего нет. Ты заплатишь за это. Ты смотри-ка, а? Вот, значит, кто тут их плодил. А я думаю, что они в каждой комнате находятся, а? Ладно, за это ее надо наказать. Нечего здесь делать этим тараканам. Блин, ну все-таки какой классный броник. Я знаю, что это не лучший в игре, но тем не менее хотелось бы такой себе поиметь. Ну давайте еще один залп, выстрелите в нее и все. Ну наконец-то, успех, сигнал не заглушить. Какие-нибудь хорошие шутки, знаешь,
Конечно, знаю, он просто кладень анекдотов. Так, дайте мне залутать. О, ружбаечка. И получает он 8-й уровень. Кстати, он ответил ей, что нифига он не знает. Хороших шуток он не знает. Да какие тут могут быть шутки, когда ты вылазишь в пустошь, везде тараканы, рат-тараканы и причем еще и рейдеры. Тут уж, ребята, не до шуточек. Шутить могу только я, потому что я управляю ими. Мне как бы все равно. Ну, как все равно, я переживаю за них, это естественно, но... Так, неплохая находка. Ну, как сказать, неплохая. Хотелось бы, конечно, что-нибудь получше, посущественнее. Мы сейчас в данный момент... Оу, дошли до тупика. Что нам делать? Давайте тогда вот сюда пойдем. Остался у нас с вами последний этаж. Сейчас мы его пробежимся, так сказать, вскользь. И будем возвращаться уже к себе в убежище. Там, наверное, уже все по нам соскучились. Все не дождутся, когда мы придем, что-нибудь хорошенькое принесем. Вооружимся. Может быть, какие-то одежоночки нужные добудем. Ну, это, по крайней мере, так думают наши жители. Ну, а мы-то прекрасно знаем, что у нас с собою есть. Так что для них это будет сюрприз. Все, ребятушки, остается совсем ничего. Последняя комнатка, и здесь нас никто почему-то не встречает. Также зачем-то здесь внизу поставили сдвоенный лифт. Подождите, я пропустил коробочку. Ну, давайте мы ее заберем. Вот броник, уже что-то, отлично. Ладно, в принципе, этот лифт нам, как говорится, и в одно место не вперся. Поэтому будем мы, наверное, с вами уже возвращаться. Да? Да, ребята, со спокойной совестью бежим к себе в убежище. Сколько потребуется, интересно, квантовой колы, чтобы мы добежали до туда мгновенно? Ну, показываю давай статистику. Хорош тут уже крутить это колесико. 1. Ну, в принципе, можно потратить, ничего страшного в этом не будет. Угу. 289 крыжек у нас. Ну что ж, давайте все собирать. И начинаем, наверное, задание, которое называется «Испытание игровое шоу». Это у меня, так скажем, на данный момент, это самые сильные игроки, хаи, которые будут отвечать на все вопросы. Хорошо, давайте посмотрим, только кому, или где, или для чего. Так, помещение не особо большое, я так понимаю, будет всего лишь 3 этажа. Так что, о, смотрите-ка, кто тут у нас. Добро пожаловать на викторину «Потеряй голову». Отвечайте на вопросы правильно и получайте крышки. Если дадите неверный ответ, то потеряйте голову. Кто был безумным лидером республики Дэйва? Какой-нибудь подкол? Давайте назовем Брюс. И что ты мне на это скажешь? Что? Вы в своем уме? Пришло время вам потерять голову. Слушайте, ребят, наверное, надо было все-таки назвать Дэйва, естественно. Ну, я почему-то думал, что здесь какой-то подвох, поэтому я назвал Брюса. Ладно. Они сами напросились, как говорится, не захотели засчитать мой ответ правильным и сами потеряли голову. Забираем крышки. Здорово они тут все устроили, да, я с тобой полностью согласен. Так, здесь у нас, ага, смотрите, тараканы. Ну, да что такое, камера-то так виляет, а? Эй, подожди, стой на месте. Дайте мне коробочку-то ту. Вот, отлично. Взяли какой-то опять дробовик. И здесь никого нету. Лутаем крышки. Продвигаемся тогда дальше. Ох ты, следующая компашка. Начинаем второй раунд. Чем был Ривен Сити до войны? Зашибись, блин. Чем он был? Я не знаю. Блин, давай вот так вот. Ржавым дрявым корытом, я не знаю. Какая жалость, похоже, сейчас вы потеряете голову. Ну, я смотрю, вы совсем тут, ребята, припухли. Откуда я могу знать ответы на ваши вот эти вот дурацкие вопросы? Действительно, какая тупорылая викторина, но это вам только в минус. Но зато у них очень стильные прически. У одного фиолетового, у другого красные. Такие ирокезики. Ладно, а мы с вами идем дальше. И здесь тишина. Даже тараканов нету. Угу. Так, поднимаемся с вами на 2-й уровень. Интересно, сколько нам здесь будут задавать этих вопросов, а? Это был раунд 2, значит, будет еще раунд 3. Здесь что, тишина? А, нет, не тишина, здесь тараканы. Сейчас каждому по выстрелу и побежим с вами дальше. И открываем, кстати, достижение, которое называется «Враг пустоши». Я чувствую, это верный путь. Оу,
очередные ребятушки. Начинаем третий раунд игры. Потеряй голову. Какой группе принадлежит Сара Лайонс? Слушайте, я только Братство Стали знаю. Больше никого. Выбираем его. И что вы мне на это ответите? Отлично, вы переходите в следующий раунд. Ху, неужели я угадал? И, кстати, неплохо дали крыжик-то. Слушайте, следующий раунд, значит, это еще не конец. Ой, а что, вы не будете у меня ничего спрашивать, а? Так захотели? Ну, все, я даже не успел пикнуть, как вы уже и рассыпались. Неплохо, неплохо, да, точно. Довольно неплохо. Тараканы опять, да? Да, именно они. Опять же, по выстрелу. Отлично. Так, дайте мне, ну... А, там ничего нету, никого. Никого даже не залутать. Таракашки? Они самые. Так, а здесь у нас только лишь стол и тумбочка какая-то, да? Давайте заберем все. И последний, ребята, у нас этаж. И я так понимаю, здесь будет у нас, наверное, последний раунд. Может быть, нам получится еще ответить правильно. Оу. А теперь последний раунд. Кто оказался в ловушке на крыше Trinity Tower? Здорово просто, твоя мама. Ну, давайте назовем Джордж Купер. Джордж Купер. Ну, почти, только совсем наоборот. Пришла пора вам потерять голову. В плане совсем наоборот. Я что, не так ответил? Может быть, там была твоя мама, а? Сынок, синий ты ирокез. И главное, у него, по-моему, там очки, да, еще. Испытание, игровое шоу пройдено. У нас успех. Ну и, как обычно, мы сейчас допроходим остальные все комнаты. Ага, здесь рейдеры спрятались. Ну, привет, привет. Все, готовы. Облутаем сейчас все. Крышки. Ну, здесь хоть с крышками нам повезло. 1360 на данный момент. Тут тараканы. И еще будет одна комнатка, по ходу дела, нас ожидать. Получаем ружьишко какое-то. И еще одна комната. Да, ребята, забегаем в нее. Наверное, опять тараканы, которые тут ныкаются по щелям. И, в принципе, все. Сейчас мы их расстреливаем и сматываемся к себе в убежище. Да-да, ребята, именно побежим, не будем там ползти пешком. Так, сколько они потребуют у меня за этот, за быстрое пребывание? Я рассчитываю на одну, ну, максимум две квантовые колы. Хотя сюда они требовали очень много. Ну-ка, давайте-ка посмотрим, сколько они потребуют. Но наживо, если честно, я не очень доволен. Как-то кисленько. Одни винтовки насобирали. Ну и крышки, да, крышки. То, что вот единственное, наверное, плюс в этом. Четыре колы просят. Ладно, ребят, давайте потратим. Мы все равно здесь с вами нашли четыре колы. Так что не грех их и потратить. Все, добежали, собираем. И, кстати, там мы... О, еще здесь тут 30 крышек получаем. И я видел, что мы, да-да-да, именно получаем с вами бокс. Его надо будет обязательно вскрыть и глянуть, что там. Я их просто обожаю вскрывать. Вдруг там житель будет еще один. А нам нужно 35 жителей, чтобы открылась следующая постройка. Ну-ка, порадуешь папочку? Так, крыжик 100. Так, это что у нас такое? Ага, 4 квантовые колы, это хорошо. Что это такое? Хлам. Вот это вот не айс костюмчик. Ладно, бог с ним, пускай. И оружие. Ну что ж так кисленько-то? Вот вместо нож мясника могли бы что-нибудь путевое. Так. Здравствуйте, приплыли, блин. К нам гости, ребята, оказывается, бегут. Рейдеры. Ох, давненько они не получали от нас. Ох, давненько. Смотрите, что начинает. Начинает мне ворота бомбить. Так, стоим все здесь. Никуда не рыпаемся. Куда ты пошел? А, вот я тебе... Стой здесь. Нет, ты посмотри, он еще и в лифт. Я что-то не врубился. Какого лешего вы все куда-то поуходили? Давай, хилься. Хе, зашибись, этот у меня будет, значит... Да что за фигня-то? Куда они все убег... Короче, ладно, будем здесь стоять сейчас. Они все равно придут ниже этажом. Здесь им ловить нечего. Теперь они, видите ли, вернулись. Я не понимаю вообще, как они тут... Посылаешь их туда, они убегают. Посылаешь, оставляешь их внизу, они, наоборот, прибегают наверх. Бред какой-то. Ну, один-то рейдер уже валяется, и осталось всего лишь двое тут. Так, один уже, смотрю, скуксился, сейчас отдуплится. А этот еще бодрячком, смотрите-ка, с пистолетом, бодренький. Еще с такой ехидной ухмылочкой.
Давайте заберем это все. Продавать нам пока не надо ничего. Так, и я думаю, что робот-помощник, наверное, здесь его... Ага, он начинает огнеметом его жарить. Интересно, быстро он его зашибет или нет? Ну, смотрите-ка, тройной урон он за один бой собрать. Нет. Куда ты лети? А, тебе надо было... Не понял я, что за выкрутас это ты начинаешь делать? Подошел ему, да, типа, сказал там тихоря там на ушко. Слышь, братан, если ты сейчас не упадешь, ты сейчас таких у меня схлопочешь люлей, что жизнь в пустоши тебе покажется раем. И он, наверное, решил, да, лучше я упаду. И упал. Ну что ж, ребята, у нас с вами еще очень и очень много заданий. Ох ты. Прокладывая путь. А почему бы нам его и не взять, да? Требуется 20 уровень. Ёлки-палки, у меня одного персонажа не хватает. Джериха и Тимати. Я, честно говоря, думал, что у меня намного больше. Но я ошибался. Тогда идем на это задание. Так, Джуди. И где у нас? Так, Тимати. Все, эти ребята у меня, как говорится, подкованные. Причем по всем стандартам. Забираем стимпаки, ратпаки и отправляемся. Ну, я думаю, колду тратить не будем. Давайте, наверное, просто начнем задание. Все, они у меня побежали по горячим следам. Кого-то там искать. 9 уровень, это замечательно, это просто великолепно. Но еще слишком маленькие. Нужно нам двигаться уже к 20-му, 15-му уровню. Желательно всем моим персонажам. Но такого не будет, потому что здесь есть еще очень и очень маленькие слабенькие. О, вот это мы с вами сделаем. Нам этот радиоцентр нужен для чего? Чтобы приманивать новых жителей. Ну, мы также можем приманивать к себе, извините меня, и рейдеров. Рейдеры могут прибежать на наш зов. Так, улучшить любой спешл. Ну, понятно. Кстати, я так понимаю, что вот эти ребята, которые у меня сейчас тренируются, они уже не получают бонусы. Это должны быть новенькие, свеженькие людишки. Или же они должны вот так, наверное, по разным еще комнатам. Фиг знает, тут никогда не узнаешь, не отгадаешь наперед. Все будем методом проб. Потому что давно это все было у меня, и я сейчас, честно говоря, не помню, как и что здесь делается. Так, и... Так, погоди-ка, а Жериха тоже, в принципе, можно поставить. Только единственное, что я вот их влепил, а сам сейчас думаю, мне же нужно делать задание. И желательно какое-нибудь такое, прибыльное. А для этого мне нужны будут персонажи. А я их всех раскинул в тренировочный, чтобы они тут у меня качались. Да? Хоп-хоп, рукопашка, побежал там, начал манекена дубасить. Ну давайте пока глянем, что у нас тут за задание есть. Так, по горячим следам уже выполняется вылазка за колой. Почему бы и нет, ребята, я вам скажу, что это даже очень хорошо. Кола всегда нужна. Так, давайте выбирать тех персонажей, которые у нас уже тоже ходили. Как говорится, подкованные хоть в чем-то. Так, и подожди, а где же у нас? Не понял. У нас должен быть еще Бартон, насколько я помню. Но почему-то я его здесь не увидел. Странно. Ладно, мы пока, ребята, не будем этим заморачиваться. 10 уровень, тут 7. Что-то неладненькое, вот что я вам скажу. Куда мне Бартон-то делся, а? Так, подождите, где-то незнакомец, ребята. Ищем, ищем этого хламона. Вот он, ага, ух ты. 3880 крышек. Ну, вот это я понимаю. Лутанули бы. И у нас 4500 крышечек. Ха-ха. Это же замечательно. Тут полторашку. Вот так вот. И еще 3000 остается. А что это за такая обычная? Производство 40, хранение 300. А что я могу сделать? Ну, так, я что-то не врубился. Для чего здесь нужна эта кисточка? Совсем все позабыл, а? Ну, якобы можно перекрасить или переделать что-то там одно из двух. В общем, пока у нас это все не работает. Эта комната улучшена полностью у нас. А здесь тоже, кстати, полностью. И что же получается? Тогда ничего мы не можем с вами улучшить. А здесь тоже полностью. Ха. Нормуль, ничего не скажешь. Так, ну, хотя бы еда идет в достатке у нас. Так, оружейная комната сможем? Да, 3000 крышек.
Но я не буду ее улучшать, потому что... Ну-ка, давайте-ка глянем вот эту. Сколько нужно? Тоже 3000 крышек. Не хочу. Я даже не знаю, что и сделать. Ребят, куда бы их сплавить? Я знаю прекрасно, что нужно, но... На какое-то полезное здание. Тут 4,5. Тут уже недобор, не хватает нам. Эта столовка у меня пустует вообще. Так, вот эти комнаты, вот, точно, ребят, надо их объединять, наконец-то. Все, вот теперь хотя бы уже вид презентабельный. А то до этого было фиг поймешь чего. Раздельные две комнатки стоят на одном этаже. Столовочку улучшаем. Все, по-моему, по максимуму в данный момент она улучшена у нас. Но, к сожалению, там у нас пока никого нету и, соответственно, еда не производится. Точнее, она производится, но очень и очень медленно. Так, что дальше-то у нас здесь? Пока вроде бы как и все. Что у тебя тут? Ну, у нас 17 стимпаков, 16 ратпаков. Этого, в принципе, хватит, если даже будет на нас какое-нибудь нападение. По крутяшкам у нас. Так, отлично. 5 уровень получает. Так, ты у нас пойдешь, давай-ка вот, наверное, сюда. С6. Электричество, смотрите, ребята, совсем плохо пошло дело. Это все из-за того, что я улучшил, видимо, комнаты. Они стали больше потреблять энергии. И, как видите, очень быстро она начала тратиться. Для этого нам нужны электрики. А для электриков нужна одежда с буквой С. Так, давай-ка, красавица, тоже беги. С5. Да, не фонтан, конечно, но из-за того, что у нас нету другого, приходится кидать даже вот такие вот мелочи. А ты у нас чё? С3. Вот и сидит тут он мне пресс качает, а? И собака рядом с ним там тоже. Давай иди, где у нас электрическая? Вот, вот сюда вот побежишь. С10, совсем другой разговор. Очень хорошая прибавка к скорости производства электричества, а он у меня там, видите ли, расслаблялся. Ну что же, все вроде бы собрали. Кстати, с едой у нас тоже, ребята, идет какая-то закись, нехватка питания. И даже не знаю, что и сделать. Вроде бы как все и при деле, и в то же время много кто просто так стоит и ничего не делает. Например, вот этот вот, он занимается. Какого лешего ты у меня качаешься, а? Надо тебя, обалдуй, куда-то пристроить. П2, но это слишком мало. Вот, вот здесь тебе будет самое место. Так, 12 уровень получает у меня еще один персонаж. Так, наверное, надо кому-то чего-то надеть из костюмчиков. Как вы думаете? Вы со мной согласны? Конечно, да, конечно, да, конечно. А, тихо, где-то незнакомец появился. Где незнакомец? Мне нужен он, потому что он дарует крышки. Хрен ты кого тут найдешь уже. Ну что, хламонка? Так, ну у тебя-то, в принципе, нормально все. Не вижу я пока этого незнакомца здесь. Так, у этих... ага, А3. Ну, круче, по-моему, у нас нету ничего, да? Хотя есть прочная рейдерская броня. Так, у тебя, я знаю, тот же самый костюм А6. Это вообще великолепно. Вам только и быть в столовке. Как говорится, сам я велел находиться именно в ней. Так, а здесь что? С3. Какого лешего С3 в столовой, братан? Ты ничего не попутал, а, жериха? И ты тоже красавица. Тебе нужна другая буковка. Вот, все, все одеты в комбинезончики. Ну, а на этом, дорогие мои друзья, я буду завершать это видео. Всем спасибо за просмотр. Мы обязательно увидимся с вами в следующих сериях и будем продолжать играть в Fallout Shelter. А на этом все. Всем пока. До скорых встреч.